А я знаю, что моя голубка все помнит. Ой, танго мы все закрыли, конечно. Выступления артистов, мастер-классы, классическая музыка, экскурсии. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина прошел фестиваль «Арт-пикник», который приурочили ко дню рождения знаменитого поэта. В нашей усадьбе оживут персонажи пушкинских произведений, владельца этой усадьбы. То есть человек как будто во время экскурсии будет попадать в определенную эпоху, где каждый персонаж будет ему сам лично рассказывать об этом месте, об этом зале, о своей роли вообще. В восточном флигеле и на главной открытой сцене состоялся музыкально-поэтический спектакль «Посвящение Пушкину». Также все гости смогли принять участие в играх той поры и прикоснуться к творчеству русского гения. Для жителей округа праздник уже давно стал традиционным. В музее-заповеднике он проходит с 2015 года. Это праздник, посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Он здесь вырос, он здесь приезжал к бабушке. Вот, и здесь как бы провел все детство. Несмотря на дождливую погоду, в этот праздничный день погрузиться в атмосферу 19 века смогли свыше 3000 посетителей музея-заповедника в Больших Веземах. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».